Привет, друзья, вы на канале Дима Бар. И в этом видео я хочу сделать такую себе распаковочку, анпакинг моей новой посылочки от бренда Armour Bikes. Погнали! Начинаем мы открывать посылку. Та-да-да-дам! Пока ничего не видно, да? Офигенно. Смотри, закрыл все рукой. Так, что сюда набросали? Поролон. Смотрите, здесь есть вот такой вот топ-кэп. Это новинка от бренда Armour Bike. Смотрите, он весь такой красивый. Кстати, в Украине я не видел еще, чтобы были ойл-сликовые топ-кэпы. У него еще очень красивая такая гравировочка. В таком виде земного шара или, да, карты вроде бы. Ну, что-то типа что-то того. Что-то типа такого. В общем, прикольно, прикольно. Мне очень нравится, классно. Так, и что у нас дальше идет? Дальше у нас идут вот такие вот заглушечки. Armour Bikes Polaris. Polaris, да, как-то так. Очень крутые, смотрите. Очень круто смотрятся. То есть эти заглушки одеваются сверху на руль. Вот так вот. И зажимаются по бокам двумя болтами. Да, очень круто. Сейчас я все поставлю на байк, и вы сами все увидите, как они круто смотрятся. Все, давай ставить уже. Так, снимаем старые баренды. Это, кстати, это вообще была, как это, не тестовая версия бренда Armour Bikes. Сателлит, вроде бы они назывались, как-то так. И эта тестовая версия у меня 2 года прожила, и с ними все хорошо. И они даже ни разу у меня не слетели. Так что, как-то так. Сидели. Так, все, первую уже мы поставили. Теперь надо вторую ставить. Фух. Грибсу потом подвинем. Перетыки будет вообще. Да, все. А я потом возьму такой шестигранник нормально, не слизанный это. О, смотри, все, ровно. То, что нужно. Вот да, тут ровно. Суперово. А тут сейчас надо подправить. Да и там почти, да и там почти уже, да, нормально. Это я верхний прям сильно раскрутил. Сейчас нижний сначала. Подай-ка мне шестигранник. Дядя. У тебя что, руки? Все нормально. Так, все, друзья, поставили мои ойл-сликовые баренды. Смотрите, как они выглядят. Очень круто все переливается. И топ-кэпчик ойл-сликовый просто супер. Очень круто оно все сочетается, смотрится. Так, друзья, сразу попробуем барспин. Yep. Друзья, кому понравилась данная распаковочка товара, такой себе анпакинг, не забываем поставить палец вверх, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, это очень обязательно. Ну и ждать, конечно же, новое видео. Так что, друзья, всем хорошего настроения, до новых встреч. И пока. А, ты забыл кипчанский отдать, да? И в нем ушел. Чуть не ушел. Все, давай ты мне кипчанский, я тебе стикер Armour Bikes. Спасибо. Еще наклеишь себе. О, и возьми себе еще белый, Сань. Белый? Да, еще и беленький, чтобы у тебя есть.